Всем привет! Сегодняшний такой обзор не обзор. Я бы сказал, это просто какие-то такие заметки, путевые, такой стёб. Я зашел в новости ВКонтакте и в ленте у себя нашел такую статью. Александр Михайлов. А значит, собачка у него на аватарке. Пишет. Вам придется потерпеть чуть-чуть. Просто я столько незнакомых слов услышал. Несколько раз мне задавали вопрос, для чего же реально нужны памп-добавки? Памп-добавки, я реально правда не знал об этом, что есть такие. Помимо косметического эффекта и, собственно, чувства накачки. Короче, с памп-добавки есть косметический эффект, насколько я понял с первой строчки. И еще и чувство накачки. Я, блядь, я не знаю, что такое чувство накачки. Как можно быть? Как можно чувствовать накачку, интересно? Накачку башки, накачку плацебо для дебилов, которые вот этот идиот пишет вот эту статью. Разберем эффекты, оказываем НО на организм. Это НО называется. Причем это нигде ничего не объясняется. Просто статья, вот просто вывесили. Причем какой-то придурок, я извиняюсь, ну ты реально придурок, который репостишь вот эти дебилоидные статьи. Это даже не для глянцевых журналов, я не знаю, для кого это пишут. Основа схемы составляет улучшение эндотелиальной функции, взаимосвязана с усилением экспрессии фермента ENOS и увеличение синтеза NO, это все английскими буквами, что способствует расслаблению и расширению кровеносных сосудов. Либо если смотреть по нижнему пути, то без NOS системы через нитратный путь. Поняли, блядь, нет? Сука, я 45 лет в спорте, а? Я себя таким придурком чувствую. Я вам еще раз повторю. Разберем эффекты, оказываем НО на организм. Основа схемы составляет улучшение эндотелиальной функции, взаимосвязанного с усилением экспрессии фермента ENOS и увеличение синтеза NO, что способствует расслаблению и расширению кровеносных сосудов. Либо если смотреть по нижнему пути, блядь, есть еще и верхний, то без ONS системы через нитратный путь. Это такой расчет на лохов, это такие наперстки, что ли, я не пойму. Что человек такой смотрит, думает, блядь, ну наверное, как, блядь, ну я не знаю. Читаю дальше. При этом улучшается поступление в скелетные мышцы и миокард питательных веществ EO2, что вносит существенный вклад в процессы адаптации организма к мышечной активности. У меня такое подозрение, что это Головинский может перевести. Что здесь все написано, потому что он тут тоже таким языком обычно общается со своим лекторатом. Было показано, что увеличение экономической кардиореспираторной системы в процессе адаптации спортсменов к аэробным механизмам энергообеспечения ассоциировано с наличием полиморфизма гена ENOS. Помимо этого, значительно модулируется эффект не только притока кислорода к мышцам. Вы чувствуете себя этими придурками, да? Продолжайте. Помимо значительно более эффектное поглощение, что снижает расход молекул кислорода на единицу, блядь, времени и как итог проявления антигипоксической активности. В исследованиях на животных показано, что экспрессия ENOS в сосудах изменяется в тех типах мышц, волокон, которые в большой степени вовлекаются, если вы не забыли, для чего я это все читаю, это какие-то памп-добавки. Чтобы вы, блядь, знали. Мне стало интересно. Я бы почитал дальше, вот честно. Я над каждой строчкой ржу, потому что каждая строчка несет в себе какую-то типа информацию мнимую. Также есть исследования, проводимые с самими ребятами из HitTech, где они показали и подтвердили, что нитраты могут применяться на опосредованный анаболический агент, но там сложный биохимический процесс, я расскажу о нем как-нибудь в другой раз. Памп-добавки являются недооцененными продуктами в индустрии. Сука, недооценили. Но оно и понятно, очень много откровенной дичи, непонятных супермиксов с агматином в виде 2-3 грамм на одну порцию или икариином, которому вообще не место в памп-станах. Какой-то дебил, блядь, все это пишет. Тут есть
сноски, на немножко референсов, и тут на английском, кто это все написал. А, Малахов, кстати. Может, реально он с Малаховым там общается. В общем, я заглянул на страничку. Мне просто по приколу, чисто поражать. Значит, Александр Михайлов, Алекс Сейдж, химик, владелец Sage Research, бренда передовых разработок. Блять. 95-го года рождения этот дебил. Из города Москвы. Место работы НИИ «Философский камень». Ни одной, конечно, его фотографии нет. Кроме собачки какой-то глупой. И миллион баночек всяких. Вот и статьи прям. Вторым продуктом в моей линейке стал некий модулятор. Название весьма символичное. Second Change. Хай, ребятки, я получил посылочку с несколькими компонентами, которые планируется использовать в дальнейшем для создания новых формул. Самое интересное здесь это баночка с зеленым порошком, где этот микс алкалоидов из 8 видов перца используется для увеличения как биодоступности. Блять, это терешин. Тот из шампуни херачил, блять, продавал идиотам. А самое главное, он пишет, что у меня уже все закончилось. Вы тут у меня тут в очереди все расхватываете. У терешина же тоже этот шампунь расхватывался. Вот это как все называется? Объясните мне. Это вот я к чему я при, как бы в дополнение к той статье, когда я пишу о том, что вот этот спортпит, вот эти всевозможные ненужные баночки, скляночки, вот эта всякая хренотень, L-карнитины, я даже там притреники какие-то, аминокислоты, столько всевозможного бреда, протеины такие, притреники, и все это до бесконечности, там миллион банок, если туда зайти, миллион, сами продавцы вам не скажут, что от чего, ну, конечно, натасканные профессиональные вам парят и скажут, что именно это вам нужно, но по большому счету, ну, это такая дичь. Это просто, это слов нет, ребята, как вас разводят, какую херь вам пихают. И вот этот какой-то дебил, 20-летний, пишет вот эту хренотень. Он еще химик, я так понимаю. Он что, баночки он тут навыставлял. Он что-то выписывает себе. Сам бодяжит. И вам впаривает что-то. Памп. Добавки, твою мать. Вот, я не знаю, когда качки говорят, качки тупые. Они, может быть, не тупые. Может, у них объем памяти заполнен вот этой херотенью, которую они читают, а? Ну вот я честно, ну может я примитив какой-нибудь, но я не понимаю, как это можно все, для чего это все нужно поглощать. Вот это говно, для чего, понимаете, кишечник, вот в какое говно вы не сожрете, он все, организм все прочистит и выкинет. Башка, как это все, вот это говно, когда вы туда вбиваете, она как все это фильтрует? Там же все остается, сука, там все, там ароматизация происходит дикая. Просто у меня слов нет. Я постоянно не устаю возмущаться, насколько у нас с одной стороны народ изобретателен, вот как вот этот, вот эта вот овца, вот эта конченая, а с другой стороны, насколько он примитивен, когда хавает вот эту всю херню с ненужными словами. Вам зачем эта информация нужна? Для чего вам это все? Вы ходите в спортзал качать свои сраные мышцы, которые не растут ни хера. Ну даже если они растут, идите жрите нормальную пищу, купите ведро молока, покупайте трехлитровку. Вова Кравцов, он говорил, у меня молоко хорошо воспринимается, я каждый день пью по 3 литра молока, и мне все заменяет. Я абсолютно с ним в этом плане согласен. Сколько нужно белка, сожрите и не слушайте никого, что столько сожрать невозможно. Да не надо вам столько жрать, у вас никогда столько не вырастет, сколько вы хотите, никогда. Для этого нужно употреблять химию, которую вы не употребляете. Ну, даже если будете ее употреблять. Единицы, кто нарастит. Единицы, потому что это генетика еще в первую очередь. Кроме этой пахоты, кроме абсолютного самоотречения, нужно еще превратиться в свинью, в свиноматку, которая постоянно контролирует свою, жрет. Без остановки надо жрать. Для того, чтобы разожраться до уровня Арнольда Шварценеггера, в молодости, конечно, а не дедушки 75-летнего, нужно постоянно жрать по часам, прям вот пихать в себя. Вот как вот, знаете, этих бройлеров напихивают там, или этих гусей для печени вот этой, как они там, фуагра, которые напихивают. Ладно, все, хватит. Достаточно. 10 минут для воскресенья хватит. Я пару выпустил. Всем пока.